Добрый вечер, уважаемые поклонники футбола. На канале Матч Премьер. Мелбет Первая Лига. Мы с вами в городе Тула на стадионе Арсенал. Здесь в ближайшие минуты местная команда примет красноярский Енисей. Поехали. Игра началась. Болисты Енисея разыграли мяч в центре поля. Ну и состав Енисея. О, какая ошибка! И момент, выход к воротам, гол! Гол забивает Арсенал. 1-0. Джонатан Окоронкво. Забивает свой первый гол в этом сезоне. И какой важный гол. Арсенал атакует. 4 тульских игрока в чужой штрафной. И пас на второй темп. И удар с линии штрафной площади носил Владислав Левин. Но опасным он не получился. Коронко бьет в ближний угол. Внимательно действует. Но Глушков готовит диагональную подачу. Ломакин, скидка, вратарскую. Момент опасный. Вот он, первый голевой. Создает Енисей. Расстроен Максим Савельев. Он эту атаку ударом поворотом завершал. Но пробил выше цели. Коронко! 2-0. Что он творит сегодня? Середина тайма, а Коронко дубль. Обработал сложный мяч. Ну и потом. Как пробил, вы видели? Понятно, что с близкого расстояния, но нужно было еще вот этот мяч подстроиться. 2-0. Неожиданно, как развиваются события. У Арсенала два момента, два гола. Пас низом в штрафную. Ломакин, Глушков, удар. Отворот. Всего 4 замены было у хозяев. Колназаров, Коротков, Азюмин, Гераев на поле покинули. Коля Хабибов, Попов, Гелаян и Коронко. Гостей. А вот что происходит. Буквально за минуту, ну может быть за две. Валерий Кичин с поля удаляется. И подводит свою команду. Ну и Арсенал. Оформил комфортную разницу в первом тайме. Удар якобы не опасный. Мог позволить себе играть по счету. Играл по счету Арсенал на второй тайм. Все, финальный свисток звучит. Команда Александра Старожука одерживает первую победу в этом сезоне и поднимается в середину таблицы из зоны вылета. 2-0.